Зараженное мясо могло попасть на прилавки. Такую информацию опубликовало одно из интернет-агентств Саратова. Журналисты издания ссылаются на собственный источник в Россельхознадзоре, по сведениям которого на прилавке рынка на Третьей Дачной якобы попало мясо, привезенное из Калининского района, где 2 ноября был выявлен очаг заболевания животных африканской чумой. Региональные ветеринары опровергли эту информацию. Любителям свинины ничего не угрожает, и причин для паники нет, успокаивают специалисты. Такое мясо никогда бы не допустили до реализации. Сегодня все очаги африканской чумы свиней, в том числе и в Калининском районе, погашены. После того, как была обнаружена африканская чума, мы провели работу по тому, чтобы не попадало на рынки мясо даже то, которое было получено до выявления. Вот такое мясо мы выявили, значит, на подъезде, собственно говоря. Мы его не допустили к реализации. То есть это мясо было получено еще не в момент возникновения африканской чумы. Напомню, за последние месяцы в Саратовской области были выявлены вспышки африканской чумы свиней в нескольких районах. Всех животных, находящихся в потенциально опасной зоне, уничтожили. Владельцам выплатили компенсацию.